что, друзья, на Тарханкуте у нас еще один день. Сегодня погодка выдалась более-менее, шторма были. То есть сегодня тоже волна есть, вот. Ну, по крайней мере, небольшая волна и прозрак есть. А, ну, не знаю, вы все, наверное, увидите на видео, где как на волне она себя ведет прекрасно, никаких проблем нет. Даже можно и не переживать. На волне она себя ведет вообще уверенно. Даже на крупной волне. А, о чем сегодня можно поговорить? Вы видите видео, что я системой лажу чуть ли не под ногами в толпе. То есть эта система позволяет это делать. Устойчиво, люди на нее прыгают, никто не может повредить, там выключить какие-то органы. То есть ключ вот здесь надо держать, не потерять. Система, в общем-то, не выключаема. Ее может только сам плавец выключить. Еще хотелось поговорить по рыбе. Большая стая граблей была, зеленухи. Ну, целыми днями плаваю. Система рыбу не пугает, совершенно не пугает. Пугает только, может быть, мои телодвижения какие-то. То есть, если я зависаю, не двигаюсь, то есть рыба близко подходит, даже у маски плавает, даже вокруг меня вот крутится. То есть система даже привлекает, возможно, рыбу, там мелкие звуки. Ну, пугает пузыри и движение рук. Все. То есть для подводной съемки прекрасно. Не пугает, проверено многократно, никаких рыб не пугает. Плавать можно среди толпы, она бесшумная, люди даже думают, что это просто какой-то буйок, то есть ее не слышно, никому она не мешает. Вот. Дети толпой ныряют, даже забавно держатся за буйок. В общем, я среди ног вот уже почти месяц работаю, вон прям под ногами металлоискателем лажу, никаких проблем, прекрасно делаю съемку, поиск. Ну. В море, конечно, не очень хорошо искать, потому что шторм все куда-то закидывает. Здесь каменистое дно. Были на пляже, там люди очень много со скубом ходят, то есть все выгребают. Поэтому мне досталась только вот такая мелочевка.
большинство черных сигналов. Ну, сейчас обзорчик я тоже делаю. А, ну хочу еще обратить внимание, кто ищет у нас поиск, ну, используйте вот такие сумочки, очень удобно. Не болтается плотно у тела. То есть, главное, чтобы ничего не болталось, никаких зацепок не было. Ладно, это мелочи. Еще раз хочу сказать, вот тот легочник, который лежит, он не для продажи. То есть этот легочник просто лично моя старая разработка. Это разработка 60-70-х годов, переделанный. Вот. На это не обращайте внимания. Когда я буду плавать, забудьте про этот легочник. Обычно идет современный уже, современный легочник. Зимний используется, военный, очень серьезный, хороший легочник. Вот. Я люблю вот такой. Это для меня игрушка. Собран из разных частей там еще. От оригинала много чего отличается. Вот. Давайте там еще обзор сделаем, значит, по чем мы нашли. Ну, обычная вот ходячка украинская, российская, это все на Черном море. Это деньги, которые суеверия кидают. Ну, из интересных вот нашел. Гривна есть. Такая монетка интересная, не знаю, юбилейная эта монета, это тоже 2 гривны. Вот, не так часто такой их видел. Советские деньги попались, как ни странно. Вот сейчас я посмотрю, где они тут. Так, да. А, вот 3 монеты советских. Да, 20 копеек, 77-й год. 61-й год 20 копеек. И 61-й тоже 20 копеек. То есть вот такие 3 советские двадцатки. Не знаю. А, ну еще там были из серебра изделия. Такие безобразные. Даже не буду показывать. Я горелочки их зажег. Ну, кусочек вот серебра. Потом переплавлю. Что-нибудь отольем. Сделаем красивую попу. Ну, такие штучки. Себе прокалывал. Еще тоже потерял. Так, ну что, грузило. Кстати, вот попал с грузило, смотрю. Знак качества СССР. 70-й год даже написано. А, или 70 грамм. Ну, по крайней мере, знак качества советский. Ну, наверное, может быть, я думаю, это изделие еще из СССР. Возможно. Блесенька такая. Ключи у нас туристы теряют от своих номеров. Вот груза, 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 свинец, свинец. Свинец, свинец, поплавки, крючки. Ну, так, не особо, в общем, что интересное. Очечки кто-то потерял. Хозяина нету. На Черном море не так интересно почему-то. Если бы это была Европа, это все было бы евро. Было бы интересно. Так что, друзья, не кидайте из суеверия рубли, это неинтересно. Потом собирать, мешает золото отыскивать. Если уж решили что-то набросать, кидайте лучше евро, доллары. Это будет интересней. Или лучше золото. Это тоже было. А, о, медальончик еще такой, кто-то выпилил в монетке украинские. Такая забавная штука. Ну все, друзья, кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. По этой системе, значит, проблем нет, работает хорошо, система безопасна, но глубин-то тоже безопасная. Хочу сказать, на глубине 10 метров можно ходить 2,5-3 часа без декомпрессии. Желательно плавать, чтобы было все без декомпрессии. Ну, отвисаться тоже можно, это мешает. Но желательно плавать на глубинах 7, 6, 5 метров. На них уже можно хоть целый день на глубине быть. То есть не боясь получить кессон, да, там, кессонную болезнь. Поэтому используйте компьютер, он будет высчитывать вам все глубины. Проходите там курсы ПАДИ. Получать сертификат, желательно и задержки дыхания ныряйте, то есть, чтобы вам было понятно физика воды, чтобы не было вопросов безопасности.
Потому что на любое, что если, то то, то. Или эта ситуация, что если, то то и то. Всегда должно быть то и то. Два. Поэтому у вас все отрабатывается в воде, никаких проблем нет. Там отказал легочник, выдохнули, всплыли. Плавно, никаких проблем нет. Это не 50 метров глубины. С таких глубин выйти, это никаких трудностей не составляет. Ну все, дальше идем.